Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня будет интересный видосик. Возможно, скучный, никакого экшена. Но мы будем сегодня ролить чары для некоторых героев, которых я хочу перекачать. Попробуем. Так, это не то. Вот наши чары, коробочки. 12 тысяч коробок. Было бы у меня такое на русском сервере, я бы как бы оттуда и не уходил, даже не собирался, но там такого никогда не будет. Если и будет, то тут будет в пару раз больше всего. Как видите, ресурсы здесь не ограничены, так как на других серверах. Так, окей. Поехали, будем ролить чары некоторым героям. Сейчас посмотрим, что у меня есть. Ну и заодно посмотрите, какие чары кому хороши. Вот Командора. Так, череп можно и доспех поставить. Ронина однозначно оставляем. Недомогание. Вот последнее время вот эту чару начала я использовать для PvP локаций. И она очень-очень неплохо себя показывает. Вот у меня стоит на Фрейке. На Огника тоже поставил неплохо. Для Суры вот это вот. Возможно, поставим доспех. Пока так. Махатма, Бугич. Тут вот тоже можно, кстати, поменять будет. Но что-то более такое интересное. Поехали. Так. Ну, как обычно, с коробочек четверки, пятерки падают. В последнее время что-то мне падало. В прошлый раз, когда мы, по-моему, на стриме открывали пиромаги в основном. Сейчас посмотрим, что интересно выпадет. Ну, сюда ему неплохо доспех. Я показывал вам с доспехом. Передача — это не для него. Давайте посмотрим, кто у нас там еще есть. Так, передача. Вот, как видите, у меня в основном с доспехами герои. Либо с победным. Так, ну вот сюда можно поставить пока временно передачу, потому что, ну, некроса никто не использует на архидемона, поэтому без понтового пиромах. Пиромах чисто для архидемона чара. Едка. Ну, давайте поставим, будем ее тестировать скоро. Пусть побудет пока. Такс. Так, еще один пиромах. Давайте кого-то поищем. Например, его для гоблинов неплохо, потому что будет увеличенный урон. Особенно по гоблинам, на которых очень часто миссаешь. Так. Дракоса нам тоже нужна чарка. Мы скоро на него будем делать обзорчик. Как видите, у меня в основном либо доспех, либо атакующие чары. Так, ну тут можно поставить. Вдруг мы когда-то захочем на подземке сбегать. Надо, кстати, деда качнуть. Потестить его на прорыве. Посмотреть, как он будет вывозить всех. Так, ну тамплиер тоже, в принципе, довольно-таки неплохой, но он работает, когда герой атакует. То есть такой вариант можно пробовать на PvP локации на деф. Он налаживает молчание, и, в принципе, это неплохо. Такс. Ну, четвертый доспех. Как видите, ну реально очень проблемно ролить нормальные чары. Это при том, что мы ролим коробки, где 4 и 5. Если брать те же самые карты, вот опять,
Так, кому это мы поставим для теста? Что у нас там с плохой чаркой такое? Ну, у меня все с хорошими чарами. Можно, кстати, вот на Асуру поставить как вариант. Давайте на Азулю поменяем. Надо будет только пачки на забашку распределить по-другому. И попробовать посмотреть, что получится. Если у вас будет хотя бы в каждой пачке по одному, это довольно-таки неплохо. На фортах я бегал, и против девятых ожив это реально очень круто смотрится. Меня там сливали. Но опять же, смотритель в основном сливает, но за счет недомогания герои резаются с фигней ХП. Реально очень круто. Плюс режется от хил, от ворожая там и от прочих. На битве гильдий тоже очень классная вещь, особенно против выживания, утекания и прочего. Так, ну нам нужен какой-то атакующий талантик. Чара, точнее. Кстати, мне кажется, что скоро добавят все-таки что-то в чары, потому что как-то оно однотипно все. Так, четвертый доспех. Ну, где пятый доспех? Либо передача, либо победный. Но, к сожалению, что-то не... Не дают. Четверка. Хочется же посмотреть на нормального Дракоса, что он может. А вдруг он будет имбовым опять. Недомогание. Так, ну кому его еще поставить можно? Кого из таких героев буду использовать на PvP локациях? Доспехи тоже классная вещь. Особенно против Фрей. Можно, кстати, на вот сюда поставить. Пусть все будет. Там урон особо и не надо. Там урона и так хватает. Так. Плюс одна клетка. Неинтересно. Блин, очищение. Ну, когда мы уже выбьем то, что нам надо? Видите? Реально очень проблемно. Хотя ослеплялка тоже классная чара. Она очень обалденная. Особенно один на один. Там герои очень неплохо раздают. Так, кто у нас тут? Паладин. Шапка. Ниндзя. Вот оно, наконец-то. Наконец-то. Так, надо еще, видите, на этот... На смертушку вытащить что-то на атаку. Плюс одна клетка не особо котируется. О, блин, тут вообще печально у многих. В общем, передача тоже, я смотрю, у меня неплохо так падает. Так, где там наш Дракос? Победное что-то очень печально падает. Так, на таких героев некоторых можно и ставить, и тамплиера, и ассасина. Они как вспомогательные будут. Мало ли, где-то сейчас новая локация появится. От IGG можно все, что хочешь ожидать. Обнова реально будет очень интересно, мне кажется.
Что-то должно измениться. Как-то странно начали на английском сервере в два раза, а то и в три даже дешевле продавать камни. Непонятно. Ну, понятно, почему они хотят бабла срубить перед Пасхой. Но реально интересно посмотреть, что же будет все-таки в обнове на этой неделе. Так. Увеличение скорости атаки. Ну, давайте сюда запихнем, пусть будет. Можно и для тыковки, если у вас она берсовая, тоже неплохая тема. Метеор, конечно, классная вещь, но она классная для тех героев. Только атака большая. То есть для того же черепа тоже метеор очень круто смотрится, но опять же, на один раз и все. Не знаю, сколько я уже там пооткрывал. Коробочек. Ну реально уже запарился. Потому что, как видите, четверка, каждый раз приходится нажимать подтверждение, что типа вы знаете, что вы меняете четвертый. Печально. Сделали бы какую-то галочку, поставили, что вот так и так. Согласен и себе вперед и роль сколько влезет. Представьте, сколько надо, наверное, целые сутки, чтобы вот это все переролить. 11 тысяч. О, наконец-то пятерочка. Такс, это интересно, роза, 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 ставим на розу. Что-то не зашло мне проклятое поле, не знаю чего, но как-то оно не очень мне понравилось. Недомогание получше, атака еще получше. Но... Опять же, все зависит от локации, где вы будете героя использовать, потому что... Я вот, например, разработчиков бы делал изначально, чтобы была возможность выбора там хотя бы как с талантами для чары и для созвездий, чтобы человек мог себе в разную локацию взять определенные чары, а то и лучше, не знаю, там как-то подумать, оптимизировать это все дело, тогда бы было все поинтереснее. Так получается, ты раз вкачала для одного героя, и все, у тебя такой же герой на все локации. Это немножко неинтересно. Понятно, что это дешевле, там себе прокачал раз и все. И все герои, которые у тебя появляются следующие, либо ты его сливаешь, не сливаешь. Вот так вот все появляется. Ну, хотелось бы какой-то индивидуальности для каждого героя. Что получается у нас, как обычно, во всем ограничивают. Жесть. Ладно, давайте до 50. Отдохнем и потом опять продолжим искать какие-то топовые чары. Потому что, как видите, реально можно пару суток вот так вот ролить и толком ничего не выбить. Давайте до пятерки. Вот одно хорошо, что тут реально можно каждый раз себе на архидемона наролил, переролил. Опять оно того действительно не стоит, что ты переролишь, там наролишь за 5 минут, а потом выбить нужный талант.
точнее HR, надо еще в два раза дольше времени потратить на это все. Как это он так криво бегал. В общем, вот так вот. Пишите комменты, лайки, репостики, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.